Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это рубрика «Моды на игру, как достать соседа», которые присылали подписчики или просто гости канала. Почему присылали? Потому что, как я уже недавно заявил, что после 15 ноября я перестаю, к сожалению, принимать моды на канал соседа. Рубрика, к сожалению, ту подходит к концу. А в следующем году она как бы перейдет в стримовский формат. Собственно говоря, там я буду принимать моды только хорошие, ну то есть не те, которые ленивые, которые вообще неинтересно смотреть, а более-менее над которыми хотя бы старались хоть как-то. А если уж так сильно хочется показать какой-то слабый мод, сделанный за 5 минут, то не знаю, может быть только за деньги приму, там в донате. В общем, посмотрим, решим. Потом, к тому времени. Мод называется «Когда соседа Микс 2» и от Дмитрия Евтеева, который уже далеко-далеко не в первый раз в наших роликах. Так, надо сбросить прогресс. Так, новые приколы. Как оказывается, со временем сосед достаточно гадкий тип. Сегодня сосед решает научиться играть на пианино. Побудно. Идет есть пирог на кухне. Что это за такое слово «побудно»? И смотря еще и в окно. Наверное, пытается заманить соседку пирогом. Вуди все это не нравится, и он решает заскочить к соседу. Давайте попробуем. О, и измененный немного шрифт вот здесь. Что это такое? А, это пульт так выглядит. Пульт от телека, это надо применить на телеке на самом или как? Интересно, посмотрим. А ты чё? Чё-то... О, немножко они какие-то... Какие-то движения даже есть. Этот шкаф сломан, жаль. Но и так он и не идет сюда, отлично. Беги, блин. Что-то слишком быстро он это делал. Яйцо. Короче, шрифт... Видимо, шрифт из главного меню как бы перенесли в проценты и вот... Вот в это, собственно, в строку в эту. То есть он не только включил, он еще и свернул антенну. Прекрасно. Вот это один из модов, я уже вижу, над которым хоть как-то старались. Я уже вижу, что над этим модом хоть какая-то работа проделана была. Не очень большая, но все же. Ленивого мода тут не наблюдается. Вот в прошлом выпуске первые два мода вообще просто отстойные были. В которых ничего толком не изменили. А ночью, когда соседа 2 взялись с другого мода. И возможно думали, что я клюну на это. Нет. Просмотр аниме. Вот в телеке, ничего себе. В воскресенье сосед решает посмотреть аниме, но еще под пивас из пятерочки. Собственно говоря, временами он ходит к холодильнику, чтобы взять еще пиво. И как Вуди шутить над ним? Что-нибудь придумаю, думает Вуди, идет в дом соседа. Автор мода любит этот уровень. Ну ладно, может, если он любит, может, и я полюблю. О, прикольно. А, прикольно телек сделали, кстати, молодцо. Немножко, правда, за рамочку экрана выходит, но все равно видно, что со старанием телек сделали. Не люблю аниме. Я, чтобы вопросов не было, я не люблю аниме. И если кто-то любит, не обижайтесь. Вот, кстати, давайте вот... Вот часто, вот все люди индивидуальные. И каждому человеку нравится... Вот это глюк, конечно, не прикольный был.
И каждому человеку может нравиться, блин, что-то, может не, а другому человеку может не нравиться то, что тебе нравится, и наоборот. Есть сторонники одного, и ты, то есть ты можешь быть сторонником одного и противником другого. А другой человек сторонником другого, а противником того, чем ты сторонником являешься. И вот, знаете, я вот такие ситуации, вот знаете, когда перегибают палку, какие ситуации я не люблю. Это когда вот какой-нибудь там сериальчик врубишь, у которого фанатов много, или игру какую-нибудь очень популярную включишь. И вот она тебе не понравится, вот прям вообще очень сильно тебе не понравится. И ладно, просто свое мнение там скажешь, хотя даже если просто скажешь, что не понравится, уже как уже часто дохлая рыба на пиво. Духлая! Что это за слово такое? Вот я не люблю... Вот просто если минусы назвать, уже могут тебя, конечно, захейтить, но я не люблю, когда сам кто... называет недостатки и говорит как-то типа вот так. Я в такое говнище я смотреть больше не буду, потому что оно сделано не для людей, оно для дебилов сделано, и только дебилам может понравиться, и только тупым людям. Просто я не знаю, нормальный человек в это говно играть не будет. Даже за бесплатно. Только если ради денег. Только если за день. Вот когда вот. Вот когда вот, то есть всю аудиторию обзывают дебилами или еще как-то так, всю аудиторию, которым нравится эта игра или там сериальчик, вот про аниме вот заговорили же. Вот когда вот так вот перегибают палку, просто называют дебилами всю аудиторию, которым это нравится, это плохо. Я так не делаю, и вам, и вы тоже не делаете. Я просто сказал, что мне аниме не нравится. Но называть людей, которым эта игра нравится, ой, этот аниме нравится, долбоящерами, я не буду. Кому-то нравится, пожалуйста, без проблем. Мне просто не нравится, ничего. А то он... Я как-то даже... Был какой-то мод на... FNF. Какой-то Friday, что-то там, короче, какие-то... Какая-то музыкальная игра с какими-то странными персонажами. И я, собственно, сказал свое мнение, как там персонаж, на мой взгляд, выглядит. Ну и там просто такой хейт в мою сторону пошел. Это давно было, но я это до сих пор помню. Собственно, курение и почта. Сосед сегодня решает забыть все свои беды и злость на пакости Вуди. Курит табатку. Что еще за табатка? Табакерку на кухне. Правда, воняет уж как плохо. Потом сосед идет проверять почту. Вдруг надо заплатить. Ну, господи. У тебя какие оценки в школе были? Ответь, пожалуйста. Ну и вдруг подарок... Надо заплатить за свет, газ и за воду. Ну или вдруг подарок от Ольги или от мамы. Ольги с большой буквы писать надо. Двоечник, блин. Вуди помнит правила курения. Вредит. О, господи, я больше не могу это читать. Давайте, поехали. Когда вот так вот еще говорят... Это надо... Когда вот такие фразочки еще типа говорят. Это как человеку вот, когда гвоздем там, не знаю, доску, прут к шпалам прибивают. Вот это типа, когда человеку такое воткнули, и вот тогда ему зайдет. И вот такие вот говорят вот... Вот среди отзывов или там в чате, который когда стример играет, такой есть, и вот ему, видимо, гвоздем этот самый вбили, это просто... Вот это тоже плохо. Так что... Да ёшкин, что так быстро-то? И вот когда друг друга вот так вот
в ответ отзывают. Просто начинают друг друга обзывать тогда. Сторонники одной игры, противники другой игры. Сторонники и противники вот этой игры, которую стример играет, вот просто друг друга начинают обзывать, это... И просто... Это просто трэш начинается в таком случае. Сигареты. Ой, господи. Может, он специально с ошибками пишет? Потому что это я не знаю, насколько надо быть двоечником, чтобы так писать. Это сигареты компании «Настрой жизни». Сосед раз покурил эти сигареты, чуть не умер. Поэтому он курит сигареты в компании «Войва». Надо запретить в продажу сигареты такие. Но, как мы знаем, мы делаем это без страха, потому что, как мы знаем, сосед у нас бессмертный. Мы уже давно это поняли с вами, и поэтому за него вообще не боимся. Я думал, там что-то поинтереснее будет. Это сигареты взрывающиеся, а не отравляющие, как я думал. И он, кстати, трубку курил, а не сигареты. Сосед и YouTube канал. Интересно, какой YouTube канал? Наш сосед решил покататься в кладовке. Каким это образом можно покататься в кладовке? Но он нашел компьютер, который купил еще в 2005 году. Он обрадовался, он зарегистрировался в Google и скачал Bandicam. И стал снимать видео. Но, увы, Bandicam снимает 10 минут максимум. Да, его никто не смотрит, а зря. Затем ему случайно кидают мяч в окно, он с этим справился. Он еще есть конфеты. Будет научить соседа хорошо снимать. Это мы умеем делать, так что давайте поехали. Сосед не умеет крякать бандикам, значит. У меня тоже помнится, как... Господи, ты боже мой. Что это за... О, баскетбольный мяч, прикольно. До середины 2019 года тоже бескрякнутого бандикама снимал. Это раздражающая надпись была наверху. А потом научился крякать и... Ну-ка еще раз, давай. Ха-ха-ха, блин, ну вообще, это вообще, ой, просто умора, я не могу. О, баскетбольный мяч, реально. Баскетбольный мяч. Уа! компьютер с удаленным... Ой, господи, ты боже мой, вот умора будет, когда... Не, чувак, ты молодец, конечно, над этим модом ты прям постарался, я вижу. Ugh.
Так, ну давай. Давай, иди к своему компьютеру. Сейчас действительно умора, походу, будет. Да. Можно было бы еще глаза какие-нибудь вот такие вот вставить. Так причем даже звуки есть. А че он такой большой пролетает, а потом уменьшается в размере? Да. Кстати, Вуди возвращается в самый первый очень модификацию на Кадос Седа. Кадос Седа Вуди возвращается. Там была, короче, возможность взять футбольный мячик. Но эта способность абсолютно бесполезная была. И которую делать нельзя, потому что в таком случае пакость мы эту сделать уже не сможем. Обратно мяч положить. Потому что мяч убираешь. Мяч забирает, попадает в инвентарь, но ты... Но когда боулинский шар туда кладешь, пишется, что все равно якобы уже два мяча будет тогда. Короче, большая недоделка и бесполезная абсолютно способность. Ну ё-моё, соседи теперь сверлить будут. Привет, сосед. Короче, где-то наверху окна делают у нас в подъезде. Так что превосходно. А, это все? А время спорта? Еще же время спорта. Частота залог с доллара. Да. Старая перду. Старый пердун сосед хочет заняться спортом и поваляться в ванной. Поваляться в ванной, причем полежать, расслабиться. Какое классное занятие. И без кавычек, действительно классное. Расслабляющее. Ну ладно, зачем мы об этом говорим-то? Ну, короче, скачет на батуте, выбивает вино и прыгает на скакалке. Но у Вуди есть еще шуточки в запасе для этого. Помни, брат, шкаф это твой лучший друг по жизни. Чё ты, господи, написал? Какой брат по жизни? Вот никогда... Ни разу такое в голову вообще не приходило. А, он бухает и прыгает, значит, ну нормально. Какого фига здесь нет плинтуса? Ну это реально танец какой-то, а не прыжки на батуте. Нет, нет! А почему здесь пудинг, а не скакалка, блин? Вылепили сейчас. О, выдыхай, выдыхай максимально. Заткнись, сосед! Капец, тут сосед, и там сосед еще. Редко у нас, кстати, такое бывает на видео, чтобы у меня сверлили соседи. Так долго ты.
Блин, вот я так и знал, что он вниз пойдет. Хотя в пикник на балконе у Натуксуса-то не ходил ни в какой туалет. Так что я надеялся, что и тут не пойдет. Яйцо смотреть будет. Что-то я не уверен в этом, по-моему. Ой, а чё я без уксуса-то пошел? Делаем вот так. Или он бегает быстрее? Ладно, короче, ясно. Давайте не будем продолжать. Но поставим этому моду плюсик. В принципе, мне понравилось. Неплохо вполне. Ну и реально смешные даже моменты где-то были. Что ж, давайте посмотрим, что у нас дальше по моду. Мод под названием Pizza Tower. Бетка 0.15. Звуки как в GTA Vice City в меню. Короче говоря, что-то как-то странно немного. Сосед сидит, по-моему. Авторы такие вот, собственно говоря. Ничего тут не изменено, кроме картинки сзади. А пилотной серии нету. Иди демо скоро. Я не понял вообще, что он написал, но давайте посмотрим. Ну, недоделанная анимация какая-то совсем. Так, давайте музыку на всякий случай отключим, что-то я в ней не уверен. И сюрприз ко дню рождения. Угу. Что это за убожество, господи? Так, это что такое? Привет, Вуди, если ты это читаешь, то надо вам нужно пепино спагхэт. Спагет. Мой мышь зовут Кирпич, вообще ничего не понял, блин. Ну да ладно. Чё в этом... Блин, звук из хардкора, но я не люблю такое вообще. А, Гриффин, что ли? Так, давайте потише сделаем, что-то сильно громко, по-моему. Ну, чё... Ну тут вообще непонятно, как-то он странно ходит, уходит вообще и... Что-то мне не нравится, если честно. Так, опять свет, походу, возвращается. Ну, ёшкин кот, а. Чё вам так нравятся эти звуки из хардкора, а? Пропускаем их. О, господи. Ой, да,
О, блин, господи. Помню, кстати, вспомнил когда-то, что когда ремастер на первой трехмерной части GTA вышел, Definitive Edition, который там в первой версии в GTA Vice City и в троечке, там звуки меню тоже были такие же, как в San Andreas, то есть там во всех одинаковые звуки были. И многие фанаты этим были очень недовольны, я, кстати, в том числе. В принципе, меня это не сильно напрягало, но было бы круче, если бы были звуки оригинальные в каждой игре. Модеры это смогли, кстати, исправить, но чуть позже и сами разработчики поняли, что да, фанаты этого ждут и... Фанаты этого ждали и... И сделали это тоже. Тест нажми. Ты что за звуки? Что это делают там? О, господи, еще и скибиди туалет. Еще и из унитаза говно идет. Это купа трупа Йоши из Марио. А это типа отсылочка на Windows, я так понимаю. Но блин. В принципе, этот мод я могу назвать тем, что вот, собственно, здесь находится. Короче, не говно. Все-таки минус этому моду. Короче, мне не понравилось вообще. Может быть, кому-то понравится, но уж точно не мне. Да, давайте посмотрим, что дальше. Надеюсь, следующий мод будет не такой плохой, как этот. Кэдос Сида 5 хардкор, блин. И что-то я уже вижу, что тут взято из полная версия. Собственно говоря, код Борис делал хардкор перезапуск, и главное меню целиком и полностью взято из нее. Ого, ничего себе. А, прикольно, кстати, вот это вот выглядит менюшка. Ну, конечно, я все это проходить не буду. И вообще, кстати говоря, я напоминаю, что я вообще не люблю моды про хардкор. Ну как хардкор? Хардкор это вообще подразумевается как повышенная сложность. Но у нас часто символизируется это как в модах на КДС, это символизируется как кровь, страх, ужасные звуки и так далее. Вот это вот я не люблю. Это хоррор, они хардкор называются. Я не люблю хоррорные моды. И вообще я, в принципе, не люблю хоррорные страшные игры и фильмы в том числе. Что-то как-то это не мое. Алекс. Создатель этого мода из Майнкрафта, что ли? Так, ладно. Добро пожаловать в заброшенную лабораторию. Давайте посмотрим. А, мы играем за соседа. Мы просто играем за соседа в большой комнате, где нету никого живого, кроме нас. Классное. А выйти как из этого? А как выйти? Прикольно. Похоже, придется перезапускать игру. Отсюда никак не выйти, потому что нельзя проиграть. Так, просмотр смерти. Тут ничего не изменено в описании с оригинальным хардкором от Social Media Life Production. Но локация реально жутковатая. Ох ты ж, ёшкин кот.
А прикольная анимация, кстати. Если сделал, если это именно он сделал, который прислал мне этот мод, то респект, это прикольно. А, это как... Это тот такой же текст был после прохождения полного сезона в обычном хардкоре. Тут это можно посмотреть, но какой-то Уди здесь вообще жутковатый. Добро пожаловать в Кровавый дом. Третья часть твоего персонального ада, ты уже пришел в новом доме, там, где ты будешь. Я тебе, ну что там в доме случится, я тебе расскажу. Мистер Ротвейлер устроил весь хаусе, твою мать. У тебя несколько минут, чтобы сделать возможность для его гнева. Это для жизни, а не для смерти. Никаких подсказок нету, ясно. Здесь хотя бы время прилично дают, но... Но что-то тут я не вижу никаких предметов, которые взять можно было. Тут ничего взять нельзя. А, он, то есть он реально подпаливает этот крест. Вот эта шкала, кстати, прикольно вот так вот моргает. Ну, а что делать-то надо? Здесь ничего нельзя взять. Во всяком случае, из того, что я проверял тут. А, там же нельзя. Надо, короче, тут прятаться. Я не понял, что-то, ребята, что происходит. Как в это играть? Как? Чего? Какие тут пакости? Тут ничего взять нельзя. Боже мой, что? Ладно, посмотрим второй уровень. Это что такое? Она не выбирается. Танцует убийца. Выйдя из дома, ты направляешься к двери, чтобы достать себе жизни. Когда ты будешь в шкафу, ты... Нет, ты будешь ничего. Из шкафа доносилась вонь. Еще один двоечник, видимо, писал. Сосед вытащил из него крови, чтобы пить. Настройся на работу, отправляйся на следующее задание. Die. Что это за трэш? Еще неприятные звуки сзади, когда что там пилят, там видимо пилят железо. Так, он убил человека и даже не одного, я смотрю. Блин, вы эти звуки тоже слышите, наверное, режут металл. Синяя кровь. Синяя кровь была у андроидов в игре Detroit Become Human, которую я, кстати, 3 года назад проходил на своем канале. Прикольная игра. И мне кажется, даже надо как-то перепрохождение сделать. Зачем мне... И зачем мне надо ведро с синей кровью? Использовать статую еще надо было, забыл. Блин,
Жаль, нельзя скипнуть эти звуки, потому что не работает вот эта кнопка. Вот это жесть тоже какая-то. Чё ж ты не использовал ты её? А, он ее сломал сразу же, то есть сосед не будет еще ее ломать сам, она сразу ломается. Вот это тоже анимация прикольная, да. Я дьявол, Ну, я, конечно, точно не буду проходить все уровни. Это будет слишком долго, и мне не хочется, если честно, даже. Вот, кстати, там... Да ладно, потом... О, господи. Очень некрасиво, очень прям неприятно в такое играть. Давайте просто попадемся ему на глаза и все. С этим уровнем. Это такой уровень. У вас уже голова не заболела случайно? От такого уровня. Классно вообще, просто классно. Кровавый пирог. Ты встретишь свою гибель на кухне. DeviantArt.org здесь написано. Это, короче, сайт, где разные фанарты на что-то выкладывают. Этот сайт не работает на территории Российской Федерации. Закрыли его там зачем-то. Да почему он сразу так быстро попадается, я не понимаю. Я не понимаю, как в это играть. А, вот третья анимация, зашибись. А что картинки одинаковые все, кстати, тут? Под ковром я нашел дневник соседа, перелистнул страницу 7 марта 2006-го. Там было написано, в доме была куча... Короче, не хочу это читать, хрен с ним. Какой друг умер? Ой. Не, когда вот так свет моргает, я так тоже играть не могу. Короче, этот мод совсем не для меня сделан совершенно. Душегубный подвал. Подвал. Ну, давайте посмотрим подвал. Ясно, ясно. Подвал, конечно, мудрённый очень. И как такое можно жить? А он так не проснется, что ли? Храп соседа сотрясает стекла. А тут есть стекла? Блин, я реально ничего не понимаю в этом моде. Это какой у нас уровень был сейчас? Пикник каннибала. Ладно, давайте посмотрим. Все уровни доступны, взглянуть надо. А сосед-то где? А, вот, он пришел откуда-то. Я уже думал, опять придется игру перезапускать.
Время вызвать демона. 6 января 1998. О, господи. Какой жуткий... О, господи. Почему здесь такой ужасный... О, блин, он убил. А, тут еще из портала. А, тут уже крест этот заготовленный. Или можно при... Блин, ну я туда хрен доберусь, честно. О, еще анимация есть. Обалдеть. А, так, ну и последний уровень наконец-то. Его несколько раз убили, но он все время возвращается с того света. Так, еще один мод, в который... Ой, этот уровень... А, из этого... С этой комнаты выбраться нельзя. А, подождите, нужно включить. А, нет. Прикольная вещь. А это кто такой? Нет, нет, слушайте, этот мод получился реально очень крутым. Работа просто была на совесть сделана, поэтому поставлю даже галочку, почему бы нет. Но я еще раз повторюсь, я не люблю такие вот хоррорные, жуткие моды. Это реально плохо. Но работа здесь просто на совести сделана была, это прям видно. Ну что ж, на сегодня давайте закончим. С вас и Экос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримерский канал, на блоговый канал, поддерживаю ВКонтакте, и всем пока. Hey.